Яркие, вкусные летние кексы с мороженым. Такую вкусную и красивую выпечку не стыдно подать и на праздничный стол. Можно приготовить и подарить своим близким друзьям. Такие нежные и красивые кексы можно смело подавать на праздничный стол или просто удивить любимых. Кексы получаются яркими благодаря красному пищевому красителю. Краситель можно использовать порошковый, развести в малом количестве воды, а также гелевый. Готовые кексы начиняются вишневым наполнителем, который я предлагаю приготовить из вишневого компота. А украшаются взбитым мороженым, которое можно заменить сливками. В первую очередь нужно приготовить начинку для кексов. Для этого нам понадобится домашний вишневый компот, крахмал, сахар, 0,5 стакана, ванильный сахар, 1 чайная ложка. В сотейник высыпьте сахар, ваниль, крахмал и влить компот с ягодами. Перемешайте, поставьте на огонь. И варите до густого состояния. Отставьте до полного остывания. Готовим тесто для кексов. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель и щепотку соли, перемешайте. Добавьте сливочное масло и перемешайте миксером до состояния крошки. Отдельно смешайте молоко, ликер и яйца. Добавьте йогурт. А также растительное масло. Взбейте миксером. Добавьте краситель и взбейте еще раз до однородности. Красную жидкую массу введите в мучную. Разложите тесто по формочкам, духовку разогрейте до 180 градусов. И выпекайте кексы в течение 25 минут до полной готовности. Готовые кексы чуть остудите и вырежьте внутреннюю часть, с помощью маленького острого ножа. Наполните кексы заранее приготовленной вишневой начинкой. Мороженое смешайте с красителем. Быстро перемешайте до однородной массы. И украсьте кексы верхушкой из мороженого. Мороженым нужно украшать прямо перед подачей. Приятного аппетита!